Всем доброе утро. А у нас утро, конечно, недоброе. Полночи были взрывы. Шахидов было 15 штук. Из них 13 сбили. Взрывы были капитальные. Конкретно все было очень слышно. Полночи я не спала точно. Ждала отбоя. Потому что очень страшно и непонятно, к чему эти взрывы могут привести. Даже когда сбивают... Куда упадет этот шахид, тоже непонятно и неизвестно. Так что голова трещит с самого утра. Но ничего, мы сильные. Мы из Украины, мы все выдержим. Да. Ну ладно, перейдем к завтраку. А сейчас хочу вам показать очень вкусный завтрак. Значит, для этого что нам надо? Тут у меня нарезан был шиночка. Это у нас идет болгарский перец и зеленый лучок. Также я сюда хочу еще добавить половину, много не надо, охотничья сосисочка. Режем тоненько-тоненько на колечки. Все, так вот порезали. Сейчас к общей массе я также самое это все туда отправлю в тарелочку. Все, хвостик вот этот не надо. Чик-чик-чик, все быстро. Так, далее. Теперь мы берем два яйца. Оп. Кстати, новую тарелочку купили, крутую. Очень мне такая нравится, смотрите. Вот акция была. Золотой цвет. Да. Так, второе яйцо. А сколько выпало два желтка? А? А сколько выпало два желтка? Бывает, да, по два желтка. Так, чуть-чуть щепотка соли. И немножко молочка. Оп. Ну, я не знаю, грамм 20-30 тут. Теперь мы затем берем вилочку. И все это взбиваем. Ну, без фанатизма, не до пены, просто до такой консистенции, как бы, чтобы продукты все совместились. Вот. Белочек с желточком и молочко у нас стало как бы однородной массой. Соли тоже не сильно много добавляйте, потому что соленая колбаска и шинка та же соленая. Все, что мы далее делаем? Разогреваем плиту. Огонь у нас небольшой. Ставим сковородочку мою любимую. Страшненько, но никак не могу с ней распрощаться. Добавляем растительное обычное масло. Как обычно, вы там жарите яйцо или что-либо. Все. Грубо говоря, где-то столовая ложка масла растительного. Кстати, хочу вам сказать, купила настоящая, это бутылка, правда, от водки, яблочный уксус. Всем рекомендую пить по утрам чайная ложка и чуть-чуть водички разбавлять. Для пищеварения, для иммунитета, для кто хочет худеть. Но только домашний яблочный уксус. Выпили натощак с утра и все. А ну, почитайте в интернете. Погуглите, что такое вообще, для чего яблочный уксус. Это оказывается вообще чудо из чудес. Но главное, чтобы он был домашний. Потому что я купила, сейчас вам покажу, обычный. Посмотрите, он уже идет никакой. Уже непонятно, с чего сделано. Так, как говорится, яблоками и не пахнет. Ацет харчевой сыровины. С какой-то сыровины сделано, его пить нельзя. Салатики добавлять, еще куда-то маринады. Это пожалуйста, но не так, как я рассказала вам пить по утрам. Такая бутылка, кстати, домашнего вот уксуса 50 гривен. У нас на поселке Котовского, город Одесса. Ищите. Так, смотрите, масилка у нас уже начала разогрелась хорошо. Теперь что мы делаем? Всю эту нашу смесь добавляем сюда на сковородочку. Ждать не надо. Я не хочу ничего зажаривать. Все. Затем сразу же вот это яичко наше. Смесь. Выливаем полностью. Так, вылили. Затем накрываем крышкой. Ждем. Немножко ждать надо, не надо много. Сейчас увидите результат, правда. И увидите, что я буду делать дальше. Так. Погодка у нас сегодня облачная.
Света, кстати, в половина поселка Котовского нет, написали. Вот у нас должен быть в интернете уроки. Учительница к нам в школу сюда бежит, потому что она с другого района. Так, смотрите, что мы делаем. Смотрим. Немножко вот уже дно прихватывается. Видите, что-то пригорает. Ну ничего. И как в одну кучу мы вот так делаем. Оп-оп-оп. Так, теперь еще раз накрываем. Какие ароматы. Вам не передать. Еще раз накрыли. И сейчас... Покажи пока окошко, это у меня ребенок снимает. Покажи погоду нашу, цветочки. Вот. А что, эти цветочки выпали? Помнишь, там были белые? Вот ну, конечно. Вот у нас была такая вот дерево. Ребенок спрашивает, если вы его вот, замечал, с окна я снимала. По-моему, это вишня или абрикоска, вот не помню. Отцветают, а потом ягодки. Все, Эмильчик, давай держи. Сейчас уже будем открывать нашу вкусняшку. Так, тырым. Оп! Смотрите, какая красота. И все. Наша вот такая вкусняшка. Переворачиваем. Вот так вот попка ее. Готово. Я люблю более, чтобы оно такое прессованное было. В кругленьком виде. Ну, чем не вкусный завтрак? Я считаю, очень вкусно. Сверху можно еще посыпать свежемолотым перчиком. О! Все. Обрежем, запечатлю. Вкусно, полезно. Супер завтрак. Все, всем хорошего дня. Мира, мира и еще раз мира. Всем пока.